Так, 3 марта. То, что есть группы, многие магазины вечером. В магазинах было тоже немало захвачено этих мародеров, разных бомжей, пьяниц. Сейчас на Кирова вот торговля на улице. Люди стоят в очередях, торгуют и так. В общем, полный порядок. Никому, обычному населению, ничего на сегодня в Мелитополе не угрожает. Вот такая ситуация.